Россия отпраздновала День воздушно-десантных войск. Это подразделение российской армии считается элитным, и его бойцы принимают участие в наиболее важных военных операциях. Президент Путин в этом году в поздравлении назвал десантников людьми смелыми и сильными духом, ценящими законы боевого братства и готовыми в любую минуту грудью встать на защиту Отечества. Даже уйдя в запас, все равно наша страна может полностью на нас рассчитывать. Что где бы, как бы, какой бы конфликт ни вспыхнул где-то, в какой-либо точке мира, все равно, если Родина потребует и скажет «надо», мы просто скажем «есть» и все. В то же время жители крупных городов знают День ВДВ прежде всего по массовым купаниям бывших и нынешних десантников в фонтанах и распитию алкогольных напитков в скверах, парках и просто на улице, что порой заканчивается пьяными драками. На этот раз на улице для поддержания порядка власти вывели несколько тысяч бойцов Росгвардии и усилили полицейские патрули. Без инцидента все-таки не обошлось. В Москве на Рязанском проспекте десантники устроили драку с охранником магазина из-за бутылки водки, а один подвыпивший участник празднования ударил кулаком в лицо корреспондента телеканала НТВ, когда тот был в прямом эфире.